ножовка, труборез и разводной ключ. Сегодня эти три основных инструмента борьбы с незаконным сбросом сточных вод. Тем, кто не подключился к центральной канализации, либо не установил локально очистные сооружения, подачу воды отключают. Мера жесткая, так и чистое море и воздух на курорте важнее. Квартал номер 6, цитрусовый поселок. Так называлось это место в 50-е годы прошлого века, когда здесь начали появляться первые дома. В них жили работники совхоза, железнодорожного депо. Канализационных сетей не было, обходились выгребными ямами. Но когда эта территория начала представлять интерес для отдыхающих, ситуация начала меняться. Рядом появился курортный городок, где впервые в этой части Адлера построили центральную канализацию. Но подключиться к ней удалось далеко не всем жителям цитрусового поселка. Тем временем домов здесь становилось все больше, запах от ливневок все сильнее. Несколько лет, а в последние месяцы особенно, власти Сочи настаивают: или подключайтесь к канализации, или ставьте очистные сооружения. Вы совершенно правильно сказали о том, что 60 лет ничего не делалось. На самом деле это правонарушение. Если правонарушение существует, его первая задача – его прекратить, само правонарушение. Когда выдают технические условия на подключение к воде, обязательно выдают, как нужно сделать, если нет централизованной канализации. Ливон Чилян подключился к центральной канализации почти 10 лет назад. Кроме него также поступили владельцы 35 домов, собираются это сделать и другие. Проводим изыскательные работы, которые будут подключаться где-то около 40 домов. Таким образом решаем вопрос за свои деньги, своими силами. А что делать? Владельцы еще 68 домов заключили договор о вывозе жидких бытовых отходов. Невыполнимых задач нет. Кто хотел, тот уже сделал. Жители микрорайона говорят, да, наладить водоотведение сложно и недешево, но решать проблему нужно. Ради того, чтобы было море чистое, и ради того, чтобы возле каждого дома идет ливневка, чтобы она тоже была чистая. Пока на улицах видно только местных жителей, но пройдет несколько дней, и здешние места заполнятся гостями курорта. В этом сезоне качество морской воды должно им понравиться. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.